Выставка «Планета диких животных» заработала сегодня в арт-пространстве «Шишка». Здесь новосибирцы увидят несколько десятков картин в стиле диджитал-арт художницы Натальи Павлушиной. Почему выдра стала главной героиней серии картин, у автора узнала Анна Братушкина. Манулы, выдры, попугаи, львы и многие другие животные на полотнах новосибирской художницы Натальи Павлушиной. Персональная выставка заработала сегодня. Здесь работы последних 10 лет в новом стиле digital art. Сначала художницу рисуют на бумаге, затем сканируют работу и добавляют элементы на компьютере. Часто тут же раскрашивает и составляет коллажи. К сожалению, сейчас редко удается вот так вот именно с натуры рисовать, но тут нам опять же техника в помощь. То есть есть, конечно, видео, различные записи, да, которые я могу посмотреть, делать наброски, собственно говоря, так же, как я бы делала их в зоопарке, но я могу делать это просто глядя в компьютер сейчас. Да. Вот. Когда удается, безусловно, я очень люблю рисовать вот с натуры, наброски делать, конечно, это все-таки, ну, как-то этого ничто не заменит. Самые любимые модели Натальи – кошки и выдры. Маленьких речных хищников рисовали и школьники для конкурса еще во время карантина. Работы оценили жюри. Все участники получают сертификаты, а победители – подарки. Из-за пандемии наградить детей не получается, призы забирают учителя. У нас потому что уже год назад была тема выдр, но мы тогда не речных выдр рисовали с ними, а морских. И для них это уже был такой знакомый герой. И речная выдра даже такой более милой, наверное, показалась, чем морская. Проведение творческих конкурсов, где дети могут что-то нарисовать, как-то изложить, что-то сделать своими руками, даже конкурсы поделок, говорит о том, что они развиваются и думают не только как раз, как сделать чище, но и как это красиво сделать. Они задумываются о природе, они пишут о природе. Развивается немножко другое направление, и мы рады поддерживать это. Потому что не только надо убирать, надо еще и уметь делать красоту. Работы детей планируют выставлять в домах культуры. А картины Натальи Павлушиной новосибирцы смогут посмотреть в арт-пространстве. Пространстве «Шишка». Анна Братушкина и Евгений Макаров. Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.